От бывшего ателье в Новом Орлеане, в котором начинал свою карьеру Луи Армстронг, ураган Ида ничего не оставил. Здание было внесено в Национальный реестр исторических мест. Теперь на его месте сплошные развалины. Похожая ситуация в городе со многими другими зданиями. Более 800 тысяч жителей Луизианы остались после урагана без электричества. В ход пошли электрические генераторы. По словам представителей коммунальных служб, работы по восстановлению линий электропередач могут занять несколько недель. Из Нового Орлеана уезжают жители, а из приюта эвакуирует животных. Общество защиты животных округа Бровард совместно с благотворительной организацией Great A Good Charities обеспечило перевозку 36 собак и 12 кошек из 4 приютов в районе. Решение такое было принято, чтобы персонал этих учреждений мог заняться восстановлением своих разрушенных ураганом домов.